Всем привет! Мы находимся на Полинезии, локации Голубые воды. И у нас сейчас ночь. Напомню, что днем мы на Полинезии ловим лирохвостого ангела, а ночь коротаем в попытках поймать индонезийскую акулу. Вот, кстати, первый акуленок маленький нам попался. Разловить-то его не так уж и просто, хотя мы ловим на червя морского. Я посидел вот тут ночку другую, и вот решил поделиться с вами, что же у меня из этого получилось. Клюет она только в ночное время. Вот, зачетная нам попалась. Одна штучка. Вернее, первая штучка. Попробовал я ее ловить на крабовое мясо. Но результат какой-то такой был. Не ахти. Зачетных не было. Было несколько штук. Совсем маленьких, незачетных. Да и на крабовое мясо активно клюет другая рыба. Местный скат и пагр красный тоже предпочитает мясо это крабовое. Так, вот у нас тут поклевочки, что не нужно, мы скидываем. Вот сейчас подтащим, посмотрим вот здесь вот, что у нас сопротивляется, так как-то не хочет уходить. Так, вот еще зачетный акуленочек. Но небольшой. Они достигают и 3 килограммов. Интерес мой вызван к ним ценой. Цена у них уж больно уж такая приличная. Можно на них тоже зарабатывать денежки, но и наживочка, как говорится, не дешевая. Вот у меня оставался тут морской червяк со старых времен, и я решил его сюда, как говорится, приспособить. Вот, ждем. Вот 2 штучки у нас попалось. Уже ночь заканчивается скоро. Может быть, еще у нас что-то получится. Хотя бы одну. Клевочка. Ну, вот хорошо. Акуленочек зачетный. Ну вот у нас уже 2-я ночь пошла. Смотрим, что же здесь сейчас будет у нас. Будет лучше или хуже результат. Что-то не ахти акула. Не хочет она так активно клевать. Вот тут у нас поклевочка. Что-то мы сейчас тут. Так, это у нас вот тянется тут. А это вот плохо тянется. Давайте ее вынимать. Ну вот она зачетная тоже. Небольшая, килограмм. Возможно, стоит поискать другие ямки, но я ловлю именно в этой, так как у меня здесь были поклевки этой акулы. Я решил остановиться на ней. В других ямках. Может быть, я плохо искал. В других ямках у меня вообще не клевало никак. Вот еще поклевочка. Ага, тоже акуленок. У нас уже ночь заканчивается. Ну что ж, подведем итог. Вот мы 5 штучек всего получилось поймать за 2 ночи. Ну, конечно, ее можно и получше разловить бы, но что есть, то есть. Давайте продадим, посмотрим. Я посмотрел, вроде она в цене сейчас. Сколько за этих небольших акул нам дадут денег.
Итак, 900 тысяч. Ну, неплохо. За 5 штучек неплохо. Ну что ж, всем счастливой рыбалки. Пока-пока.